Ребята, всем привет, доброе утро. Сегодня пятница, а это значит, что я ношу корону. Да, каждую пятницу я ношу корону. Сколько могу? 5, 10, 30 минут, в зависимости от ситуации. Почему я ношу корону? Ну, в общем, астрологи советуют девушкам, женщинам по пятницам надевать корону. Хотя бы немножко, таким образом вы раскрываете больше свою женскую королевскую энергетику, ну и чувствуете себя немного принцессой. Мне кажется, это забавно. В общем, что я сейчас делаю? Сейчас покажу вам свой пятничный ритуал. Вообще, как бы в пятницу нужно делать бьюти-процедуры, чувствовать себя богиней, расслабленной, ухаживать за собой, максимально себя удовлетворять, потому что это очень важно для женщины. Сейчас я покажу, что же я делаю в пятницу. Ну, во-первых, я начну этот день с короны, и затем я сделаю зарядку. Планку, гимнастику, растяжку, ягодицы, для того, чтобы максимально выплеснуть застоявшую негативную энергетику, чтобы расслабиться, мне нужен немножко спорт. А затем я приму волшебную ванну. Покажу вам, почему она волшебная. Показываю вам мою ванную процедуру и почему она у меня волшебная. Во-первых, я включаю медитацию. Это могут быть любые рандомные видео в YouTube. Например, у меня здесь на английском позитивная энергия, специальная частота, специальные звуки. Конечно, лучше слушать в наушниках для более эффекта, но я включила для фона. Вот, затем у меня, конечно же, свечечка, и еще я заварила для себя чай из лаванды и ромашки. Я знаю, что сейчас утро, ну, то есть уже как бы не утро, но все равно расслабляюще, но это нужно для того, чтобы вы более расслабились. Затем я буду есть конфеты, да, свои любимые конфеты, молочный шоколад с карамелью вместе с чаечком. Девочки, вы можете делать все, что хотите, все, что вашей душе угодно. Так что вот такой вот день королевы, день пятницы, день принцессы, день девушки, день женственности. Наполняемся энергией позитивной и чувствуем себя великолепным. А теперь у меня волосы. Волосы у меня обычный шампунь и бальзам, кондиционер. Я купила новиночку, это от Pantene, якобы без сульфатов, парабенов, что-то новенькое. Решила попробовать с розой. Затем тело, кстати, вот этот очень классный гель для душа, я на него ссылку оставлю на сайте iHerb, он с ароматом грейпфрута и бергамота, и также есть скраб для тела, тоже очень классно увлажняет и скрабирует кожу, вообще классная линейка, аромат бесподобный, почти закончила всю баночку. Вот. Следующее лицо. Лицо я буду очищать при помощи Колорисоника. Это моя щеточка любимая, последняя. Это Mia Smart. Нам ее дарили год назад на фестивале Coachella. Мне она очень нравится. Классно очищает поры. И я буду использовать гель для лица. Глубокое очищение с календулой от Kiehl's. И затем, после того, как я все это очищу, свое личико я нанесу обычную корейскую маску со слизью улитки. В общем, улиточная маска, она из морозильника, ну, из холодильника, холодная. И вот, вот она моя пятница. Когда я нанесу бальзам на волосы, я надену корону и буду в короне лежать в ванной, есть шоколад и пить чай с лавандой и с ромашкой. Красавица! Ваше здоровье! После душа я наношу на тело вот такой спрей, органовое масло. Очень хорошо впитывается и распределяет масло как бы равномерно по телу. Итак, что теперь я делаю? Так как у нас новолуние, я пишу всегда на новую луну записки луне. Пишу, как будто это уже произошло, что я хочу, чтобы было в моей жизни. Например, я богатая, я счастливая, я живу в шикарном доме, у меня красивая, дорогая машина, например, можете марку назвать. Я замужем, у меня есть дети, я любимая, я счастливая, я люблю. И вот в таком духе можете расписать свое идеальное путешествие, например. Я сейчас
нахожусь в Бали, или я сейчас нахожусь в Европе, все здоровы, карантин закончился и так далее. В общем, я пишу записки Луне на новолуние всегда. Так, следующее, что я делаю, у меня в тетрадке есть аффирмации, которые я читаю почти каждый день. Например, первая аффирмация: «Я любимое создание Вселенной, для меня открыты все пути к счастью и благополучию». В общем, я советую вам прочитывать аффирмации, я в них верю, я думаю, что все это работает. Главное быть позитивным и, в общем, верить в чудеса, которые происходят всегда с нами. У меня она очень полненькая. Так, ребят, я покажу вам сейчас, как буду готовить багет. Рецепт этого багета будет под видео. Это не мой рецепт, это, в общем, я посмотрела на одном YouTube-канале об этом багете и решила приготовить. И ссылку на это видео я оставлю в описании на рецепт багета. Что же нам еще остается делать, как не багет печь теперь? Если честно, я давно мечтала испечь самостоятельно хрустящий багет. Я нашла рецепт одного парня. Его канал называется Cooking Time. Так сложно было найти дрожжи в Америке, и вот нашла активные сухие дрожжи. Тесто замесила. Теперь буду ждать минут 30, чтобы оно поднялось. Потом его снова надо будет по рецепту немного подвернуть, опять подождать. Тесто немного поднялось. Теперь я его снова должна замесить и снова поставить на 40 минут. После 40 минут тесто еще больше поднялось у меня. Я его сейчас еще раз переверну, помешаю немножко и на 15 минут. Вот такие багетики у меня получились. Я их скрутила, пахнут очень прикольно дрожжевым тестом. И отправляются они на 20 минут в духовку, затем еще на 20 минут. В общем, технология тут целая. Ну что, смотрите, какие у меня красавчики получились. Они до сих пор хрустят, горячие. Корочка отменная. Боже мой. Я никогда в жизни не пекла багеты, и вот, наконец, они должны отдохнуть минут 20-30. Они до сих пор внутри готовятся, шкварчат. Итак, прошло 2 недели, мои ногти отвалились, и я теперь буду другие клеить, пока мои еще не доставили мою пудру. Это уже у меня овал форма, такие пурпурные. Наклею, покажу, что вышло. Смотрите, какие красивые ногти получились. Вообще просто великолепные. Прям как настоящие. Так, в моем предыдущем влоге вы спрашивали, откуда вот эти очки, в которых я была на доске. Это американский бренд, или австралийский, потому что Австралия, Куайя, Австралия. И хотела вам показать такой лайфхак, что я сделала. И я использовала бутылку из-под моего спрея, миста. Очень мелко распыляет. Я сюда наливаю просто спирт. Обычный спирт, здесь в Америке называется алкоголь, это 98% вроде как. И я беру его с собой везде и везде распыляю. Он так мелко распыляет, ну, этот флакон, смотрите. Я распыляю на руки этот алкоголь, вокруг себя, везде, все, чего касаюсь. Вот если у вас есть какие-то пустые баночки вот с такими средствами, распылителями, можете залить сюда алкоголь и дезинфицировать сейчас как бы все вокруг. Актуальненько. Хочу показать вам наш холодильник. Я его почистила сегодня, и вы не представляете, сколько я всего выбросила. Здесь были консервы, банки различные, которые еще с 2018 года. Разные соусы, огурчики маринованные. В общем, вот это все было забито. Вот, в принципе, вот эти две верхние полки, они были забиты. Я выбросила почти все отсюда. И мне так стало хорошо, потому что... Почему? Вам расскажу. Во-первых, по фэн-шуй холодильник должен быть всегда чистый. Во-вторых, когда вы очищаете ваш дом, выбрасываете все, что вам в принципе не нужно, чем вы не пользуетесь. В новолуние желательно все это делать, когда луна молодая, на нарастающую луну, вы очищаете свой дом, делаете различные процедурки. В принципе, о чем это видео? О
об энергетике, о том, что мы должны очищать наше пространство. Вот чем я сейчас занимаюсь, вот эти последние новые лунные сутки на новолуние, я все выбрасываю, мою, очищаю, делаю аффирмации, и это очень-очень полезно для нас, для женщин, для дома, для семьи, ну и вообще как бы для нас, для женщин. Так что вот, почистила холодильник, наконец-то, ура! Не удержалась сегодня себя порадовать и заехала в русский магазин. В магазине заплатила примерно $86 за вот этот весь товар. Что же у меня здесь есть? Вареники с картошкой и грибами $12. Это без такса. Зефир $4. Капуста квашеная $6. Халва $5. Это все без такса, еще плюс прибавляете процент. Сгущенка не вареная, обычная $3. Бублики $3. Орешки с начинкой, сгущенкой $6. Творог $7. Каждое мороженое, это наше самое любимое мороженое с Сарой. Даже всем, в общем, оно нравится. Со смородиной. Очень вкусное, обязательно попробуйте его. Примерно $2.30. Конфеты вот эти вышли сосательные на тоже где-то... $3, $3.40. Это шинка копченая украинская, наверное, самое дорогое. Я думаю, где-то на $10-15 вышло. У меня аж слюни текут, так вкусно пахнет. Это вообще моя самая любимая шиночка. О, класс. В общем, все вот это за 80 и вот так вот. Так что здесь, в общем, не все так уж и дешево. Особенно в русских магазинах. Но когда скучаешь, то все равно. Все равно берешь самое вкусненькое. Раз уж этот влог получился такой, знаете, про женскую энергетику, про очищение, про аффирмации, про то, как нужно носить и когда нужно носить корону на голове. И насчет медитации и аффирмации. Я в это тоже верю, и я делаю аффирмации уже с прошлого года, с конца октября, начала ноября примерно. И на каждую новую луну я делаю прям интенсивно вот этот период, когда новолуние, первая неделя, вторая неделя. Я прям интенсивно делаю аффирмации, медитации. Если вам интересно, я сниму отдельное видео про аффирмации, например, какие именно я читаю, да, какие слова в этих аффирмациях. Также могу снять видео на то, какие мантры мы слушаем. Кстати, Сара слушает каждую ночь мантру. Одну и ту же практически перед сном. Ей она очень нравится, она как колыбельная. Вот и Сара пришла к нам. Сара, покажись, тут тебя-то в новом видео еще никто не видел. Сара у нас вот голову помыла, сделала уроки. Расскажи, кстати, о вашем онлайн-обучении. Сколько по времени вы занимаетесь примерно в день? Ну, сейчас 1:20. Да, еще к ним 2 раза в неделю звонит учительница. И по видеосвязи, Zoom-приложение, они проверяют... проверяют, расскажу секрет, что они проверяют на самом деле. Они, я сначала думала, она будет обучать детей, в общем, все там, весь класс собирается. А они что делают? Расскажи. Болтаем. Просто болтают они, как дела, спрашивают, ля-ля-ля, где вы там живете, где вы сейчас находитесь, покажите вашу комнату. И как, про родителей спрашивают что-нибудь, сэр? Нет, только про тебя, да? А вообще, честно сказать, я знаю, почему учителя звонят по вот этой видеосвязи. Оказывается, что в США во время коронавируса, сейчас дети же не ходят в школу, у них на 50% упала статистика по домашнему насилию над детьми. В общем, сейчас практически никто не доносит в полицию, в специальные службы опеки о том, что издеваются над детьми. На 50% упала статистика. И это не значит, что на самом деле в Америке перестали все лупасить своих детей, да, издеваться. А дело в том, что сейчас просто дети не ходят в школу, и их никто не видит. Они сидят в доме, даже на улице практически никто не выходит. То есть никто не может настучать на соседа о том, что увидели синяки там на теле ребенка. Или если раньше, ну не то что раньше, автобус, который забирал детей, водитель автобуса, он тоже докладывал, если какие-то подозрения видит.
учителя в школе видели детей, когда видят каждый раз детей, тоже наблюдают за тем, есть ли у них там какие-то синяки, или они там грустные, или плачут, там, ну, в общем, жалуются на родителей. Учителя доносят. А сейчас, получается, никто не видит детей, и упала, никто не доносит на родителей, и упала статистика, представляете? То есть абьюз до сих пор есть, даже, мне кажется, он стал еще больше, но просто об этом не доносят, потому что некому сейчас. И они поэтому сделали эту Zoom-конференцию не для того, чтобы учить, потому что уроков вообще нет никаких там по Zoom, а они просто делают контроль, учителя проверяют, кто отвечает на звонки, кто включает камеру, в каком состоянии ребенок, ну, чтобы следить все-таки за вот этим абьюзом. Это грустно, печально. Просто в следующую пятницу вы можете сделать вот эти все мои ритуальчики маленькие, которые я совершаю, и начать немного трансформацию самой себя. Если вы еще не начали, то очень полезно, и это обязательно нужно делать, чтобы жить счастливо и в гармонии с собой, и этим миром, окружающим нас. В это нелегкое время. Так что всем спасибо за просмотр. Пока-пока.